видео с подоконника, сайт «Дом пряжи». Вот он, мой подоконник. Показываю вам сегодня образец из мерино с океана. Он у нас на сайте представлен в нескольких цветах. Это цвет сливовый. Но сейчас освещения еще недостаточно дневного света, поэтому на экране чуть ярче выглядит этот цвет сливового вино. В реале, конечно, он побледнее. Вот так, наверное, ближе будет похожий цвет. Это тот меринос, про который на сайте написано, что у него структура нити, как у хлопка. И вот смотрите, такой образец получился. После стирки в несколько нитей, в 5 нитей, видно, да, что пушочек появился. Вот. Ну и действительно, он вот смотришь на него, как будто бы как хлопок. Но, тем не менее, вот пушочек есть. Смотрите, вот так вот видно, что пушок все-таки есть. И вот узоры вот так держит. Всем добра и приятного вязания!